И в нашем лукоморье наступит скоро Новый год. Покрылся снегом дуб зеленый, поднимется тот же кот ученый. В этом году гостей «Дельфина» ждала встреча с любимыми героями пушкинских сказок. Новый год в Лукоморье получился зрелищным и полным приключений. Не обошлось, конечно, без каверс Бабы-Яги и Лешего. Именно они украли подарки у Деда Мороза и Снегурочки и спрятали в большой книге сказок. Пришлось главным героям путешествовать по произведениям Пушкина и разыскивать пакостников и украденное. Слух давненько уж прошел. Но, как и полагается в правильных сказках, добро победило зло, Яга исправилась и вернула подарки. Не без помощи главного новогоднего персонажа, Дедушки Мороза. Больше мы видеть не будем, все плохое забудем. После торжественного зажжения новогодней елки и выхода на бис всех участников представления, маленьких гостей мероприятия ждали сладкие подарки. Ребята в кулуарах активно делились впечатлениями. Было очень весело, мне очень понравилась эта Баба-Яга, такая вот эмоциональная. Они очень красиво танцевали, еще в воде было очень красиво. Замечательное представление для взрослых и деток. Все очень довольны, мы ходим уже не первый год, нам очень понравилось. Большое спасибо хотим сказать всем организаторам, всем тренерам, всем деткам, которые участие принимали. Все организовано правильно, все дети довольны, все хорошо. Мне понравилось, что там была Баба-Яга, то, что они украли подарки. Ну, все там интересно было. И, ну, еще там пловцы плавали. Мне больше всего понравилось, когда на воде плавали. Везли елку. Елки на воде проводят в «Дельфине» с 1993 года. Традиционно в них участвуют как сотрудники центра, так и ученики. Ну, здорово, столько позитива, когда танцуешь. Вот и в прошлом году я танцевала, и в этом, ну, куча эмоций. В этом году все прошло, как и всегда, отлично. А работой оценена в твердую пятерку. Главное, что понравилось детям. Что дети были довольны, счастливы, у всех были на лицах улыбки. Потрясающее ощущение вот это вот и драйва, и вот ты кайфуешь здесь. И вот это от детей, вот это этих вот, от всего просто, это очень здорово. Мы, когда начинается запись сказки, вот уже начинается вот этот вот, вот это настроение шикарное, просто очень здорово. Несмотря на довольно плотный график тренировок, команде «Дельфина» каждый год удается подготовиться к мероприятию на отлично. Все дружно пишут сценарий, подбирают музыку и песни, работают над диалогами героев, а затем приступают к репетициям. Для них нужен пустой бассейн, что в «Дельфине» бывает нечасто. Поэтому репетиции всегда немного. 160 детей, воспитанников принимают участие. Вот так, если посмотреть, вроде бы как не видно. А если мы возьмем в общем, в воде, русалки, это синхронники. Ребята, которые плывут в начале, это у нас спортсмены. А потом все эти девчонки, которые аэробика, танцы, все это все совместно. Просто каждый это делает от души. Желающих попасть на елку на воде настолько много, что мероприятие приходится проводить несколько раз. В среду Новый год в Лукоморье покажут в поселке Развилка. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.